Всем привет, вы находитесь на канале FastGuard TV, и мы с вами продолжаем Observer System Redux. Движемся в сторону второго этажа, я полагаю, выполнять основные и не только задания. Осматривать трущобы и узнавать, что же нахрен тут происходит. Это алтарь. Но до этого алтаря просто так не добраться. Рейтрейсинг, дай пожить, господи. Так, демка мне не... Ой, демка мне не позволяла проходить на второй этаж, на третий, ну точнее, да, на второй этаж в их понимании. Здесь абсолютно на 100% дает. Причем, я думаю, даже и на третий он позволит это сделать, да? Да, третий здесь максимальный, но так или иначе, сюда вряд ли нам надо будет идти, и сюда тоже. Окей, третий этаж, видимо, не рабочий. Либо мы получим к нему доступ чуть позже. Так, нам пока что с вами давайте на первый. Все дела там. Не будем торопиться, я думаю, что в любом случае все локации мы по нашим основным задачам так или иначе исследуем. Потому что, например, сюда мы просто подойдем с другой стороны. Это будет второй алтарь. А нас интересуют две комнаты, три точнее. Ну, две рядом. 106, 104 и 108. То есть сюда мне не надо от слова совсем. Пока что, опять же. Отвечать мне никто, видимо, не собирается никогда больше. Вообще, эта игра позиционируется отчасти как, типа там, психологический... Дэн Лазарский. Типа какие-то элементы хоррора должны быть здесь. Есть кто-то там? Нет, нет кто-то здесь. Did I not hear a pretty little girl just now? You okay? Your parents not home? No, just me. What's your name? Paulina. And you're Dan. That's right. How old are you, Paulina? 34. 9, you silly. So you're all alone in there? Yes. Well, not really. I'm playing with Pieta. Your little sister? No, she's my friend, silly. From school? No, she's a special friend. Only I can see her. Ah, that kind of friend. I had an invisible friend too when I was your age. Called him Tom. Pieta thinks you're full of shit. Are you upset? Will you be all right? I'm scared. The lights went out. It's just a power outage. The building's not feeling well. No! Something is happening to me. I feel weird. Paulina. Stop it! I can't. It won't let me out. What's going on in there? 1074. 1074. Другую квартиру посмотреть. 1074. 1074. Let's give it a shot. Это та самая другая квартира. Херон позволит сделать больше. И что у нас здесь? Саундтрек игры. Я так и знал, что найду коллектабл здесь. Я думаю, тут много где разбросано. Collected.
Оу. Извиняюсь. Тут у нас что? Ничего. Ну, нам понятно, я думаю, куда, да? Давай это вырубим, а то что-то, короче, на мозги давит. Ты, я так понимаю... Она, да? Марта 22 года, корпоративный менеджер. Имя, фамилия неизвестно. Пьета Саган. Она с ней играет? Подожди. Это не с ней мы разговаривали. Так. Всем, кого это может касаться, настоящим удостоверяется, что у Паулины Мадеи было диагностировано детское дезинтегрирование. Интегративное расстройство, также известное как синдром Хеллера. Это разновидность позднего аутизма. В случае Паулины заболевание крайне тяжелое, и, насколько я знаю, ранее поведенческое вмешательство не применялось. Она утратила почти все речевые и социальные навыки. Крайне сомнительно, что она когда-нибудь восстановится, даже если подвергнется наиболее инвазивным методам доступной сейчас терапии. Из чего следует второй пункт этого экспертного заключения. Я считаю, что Паулина Мадеи не переживет процедуру аугментации когнитивных функций, поскольку анализы ее крови убедительны. Ее организм почти гарантированно отвергнет обширную имплантацию. Резюмируя, я считаю, что Паулина Мадеи никогда не станет самодостаточной и всегда будет нуждаться в уходе до конца своей биологической жизни. Я не вижу перспектив для улучшения ее состояния. Все готово, приезжай, когда будешь готов к следующему сеансу, купи упаковку подгузников по пути и несколько четвертых картриджей рекреационных, которые отпускаются без рецепта. Все остальное у меня есть оно. Хорошо, до завтра, заеду ближе к ночи, все куплю. Как дела, приятель, справишься? Когда мы говорили в прошлый раз, ты не наобещал мне кучу всего, но я уже проходил через такое. Я дал тебе деньги, железо и объект. Теперь твоя очередь держать слово. Итак, спрашиваю в последний раз, эта штука будет работать? Если не уверен, просто скажи, и мы как-нибудь договоримся. Я уважаю честные уловки, поэтому никаких обид. А теперь хорошенько подумай, прежде чем нажимать кнопку ответа, и скажи мне прямо, работать будет? Да. Это чертовски убедительно. А теперь попытайся еще раз, но используй больше слов. Да, работать будет, я уже испытал это в виртуальной тестовой среде, но для твоих нужд все будет работать, все работает идеально. Что касается объекта, никакого риска нет, я буду следить за программой отсюда, и если будет даже малейший всплеск активности, я перейду в режим ожидания. Здесь мы подходим к заключительному аспекту нашего сотрудничества. Ты упомянул, что объект находится в 113-м. Я предполагаю, что ты поместил устройство в одно из соседних помещений, мне нужен код доступа. Но тот случай, если что-то пойдет не так. Этот пункт нашего соглашения не обсуждается. Если для тебя это неприемлемо, то сделка отменяется, я забираю технику, а ты получаешь назад деньги. Тебе конец, сука. Ты лживая тварь, я знаю, ты там пользуешься моим оборудованием, не нужно было давать тебе чертов пароль. Ты действительно думаешь, что тебе это сойдет с рук? Как только я выйду, я приду за тобой, сука, и никто не спасет твою тощую задницу. Я еще спляшу на твоей проклятой могиле. Документов нет, но есть пара уровней, наверное. Один уровень. О, господи. О, господи. Так. Тут на самом деле все очень примитивно. А, он меня съедает, и правда. Типа тут пока что маршрут исключительно один. Каким образом я должен это сделать? Если я пойду вниз, я, конечно, заберу еще двух пауков, но вот до сюда я не дойду. Впрочем, точно так же, как и здесь, я не дойду до сюда. Ну и все. Интересно, а чё надо? Ну
Здесь все умирают, да? Так, а если я сразу пойду? Я могу даже тебя загреть. Не, ну это тупо. Подожди, ну это в принципе тупо. А мне не нужен меч. Это байт. Это просто развод. Типа, зачем мне меч, чтобы все это убивать, если я могу просто пройти вот здесь? Забрать все деньги и отдать чуваку. Гениально. Окей. Так, и CFAL 7.34, но он не работает. Так, мы из этого получили информацию. Информацию следующего характера. О, клуб любителей голубей. Потрясающе. Мы получили такое. Есть комната 113-я. И, судя по всему, там, да, нам нужен код доступа. Но никакого кода здесь нету. Вот что интересно. 113-я это какая у нас? Это как раз вот это. Угу. А по журналу мы вот эту комнату... Начать нейродопрос. Нейродопрос не самая веселая вещь. Это как раз вот та часть... эпилептических припадок, так, а как это сделать? Меня пока не научили... А, подключиться. И та часть, где, типа, а-ля хоррор, надо прятаться от какой-то непонятной дряни. Работает так себе, но присутствует в игре, ничего не поделаешь. Я не ем. So, how was it? Intense. Where the hell did you get it? I know a guy who knows a guy. And there's more where that came from. If you'd finally get me that Class B upgrade. Что, дайте на секунду. В гамму зайду. Я на самом деле уже выкрутил ее чуть ярче, но походу надо еще. И все равно не помогает. You, Ono, очень темно все равно. So, how was it? Intense. Where the hell did you get it? I know a guy who knows a guy. And there's more where that came from. If you'd finally get me that Class B upgrade, we could do this in a more pleasant environment. I told you, Ono, these things take time. Besides, it's more exciting this way. You rich people and your kicks. Augmentation is not an option. Inoperable. It's best to accept it. There's nothing we can do now. Rain, rain, go away. Thinking, Ono? Who the hell is she? She's no one, just some brain-dead brat.
She's got no relatives, no one to miss her. She's got what you need. What? You're fucking kidding. Assuming this is possible, it can't be legal. Gray area. The tech is brand new. You want to wait for legal to catch up? Be my guest. God, this is insane. Fine. How does this work? We'll do the first session tomorrow, then another one, and then another. In a few weeks, your mind should adjust enough for you to, jump in. Лучше, наверное, на ветер не попадаться. You're Paulina. Andrea Pieta. Where are you? I can't see you. I'm in your head. Were you always there? What? No. The doctors always say I'm not well in there. I could never tell them to leave me alone. But you're talking now. How is this possible? I learn from you. Опять какой-то перенос сознания. Так. Я понял. Следующего успею? Да, успею. Да и вообще сопротивляться даже получается. Не особо сильно уносит. You sure picked a fine time to grow a conscience. Shut up, Ono! You don't know what it's like. I can feel what she feels. I think she's getting better. There's no better about it. The girl's a fucking vegetable. Hey! Don't even think about backing out of this. We had a deal. Right. Sorry, That reminds me. The paperwork went through. You are now officially a Class B citizen. You fucking serious? Yeah. I managed to pull some strings. Just report to the Assimilation Center and they'll get you squared away. Pieta, you're a fucking lifesaver. Yeah, that's me. А овощ потом взяла и перехватила сознание и теперь живет там и всех убила, наверное. Потому что, а чё, это вы мной пользуетесь? Мне 9. Little angel flies. Let me stay with her.
Let's end this. Let's reboot the machine. No! That would initiate a memory wipe right now. I fear it would kill me. What about Polina? She will be alone. All alone. Please, couldn't you restore the connection? Let me take care of her. There has to be some way to help you, to pull you back into your own body. My body is dead. This is the only way. Please, you have to... Pieta? Pieta! Восстановить подключение или перегрузить систему. То есть избавить ее от мучений. И типа оставить девочку одну. Либо позволить ей остаться вместе с девочкой. Но... Слушайте, судя по состоянию, вряд ли она выживет, да и к тому же такая жизнь очень сомнительная, тем более чисто психологически это будет очень странно, даже если, я так понимаю, чистка памяти подразумевает ее тоже. Я не думаю, что это хорошо для нее закончится. Ну а давайте попробуем. Система нестабильна, повторное соединение может вызвать необратимые модификации носителя. Либо перезагрузка может вызвать перманентную дисфункцию носителя. Необратимые модификации, перманентную дисфункцию. Слушайте, ну это хуже. То есть типа модификация, окей, это может ее убить. Просто, к черту. Нейроподключение восстановлено, не удалось извлечь клиентские данные. Это означает, что мы что? Выполнили задание? Не очень удобно вот это вот все смотреть, если честно. Но как-то вот так вот мы это зарешали. Хорошо. Давайте поговорим, кстати, может получится. Привет. Больше не отвечает. Ладно. Сделали какой-то выбор. Правда, никаких последствий не почувствовали, что немного странно. Так, в 112-й меня вроде особо не жалуют. Слушай, рейтрейсинг прям как в Легионе. Прикольно. Ну, почти как в Легионе. Окей, пойдемте теперь по нашей основной цели. И зайдем здесь еще в 108-ю. То что-то как-то просили о помощи. Dan Lazarski, KPD. Routine questioning. Daddy, who is it? Can he make the door open? Where can we go out, Daddy? Shh. Go to your room, kids. Go play Runaway Galaxy. Let me talk to the man. Hello, officer. I'm Thaddeus Karski, head of the family. How can I help you? Listen, have you seen anything questionable going on around here? Apart from the usual, you mean? The usual? Well, you know, this place isn't exactly a beacon of morality. Still, we mustn't judge. Most people mean well, they're just misguided. Everything all right in there? Did the lockdown spook the kids? Oh, no, we're fine. I do appreciate your concern, though. You sound very calm. You're not worried about a potential outbreak? Oh, that doesn't concern us, officer. Of course, I hope that's not the case, for the sake of the other tenants. What do you mean, it doesn't concern you? We're all clean of corruption. My wife, myself, and the little ones. Clean of... Oh. You're immaculates. Children of the Immaculate Birth, yes.
You've heard of us. All good things, I hope. Depends on who you're talking to. The consensus seems to be crazy, but harmless. I see. And what is your own impression so far? Well, you're probably the least crazy person I've met today. Oh, well, I'm glad to hear that, I think. Well, I'd have to say, no mods of any kind. That's quite a statement these days. Is it really? Is having a neural connection to the web worth renouncing your humanity? Is a body held together with screws and wires really worth a corrupted soul? Some would say there are benefits. Certainly. I know our lives will be shorter and less comfortable, but it's a price we're willing to pay for experiencing the purity of our God-given bodies. Don't get me wrong, not a big fan of implants, but I couldn't do what I do without them. Yes, you carry them within you. It wasn't really a choice, you know? Oh, but clearly it was. The world would be a better place if more people realized that. You're not going to get preachy on me, are you now? I apologize, officer. That certainly wasn't my intent. How do you make a living, anyway? Not many jobs left that don't require some basic augmentation. We're a close-knit community, officer. We help each other out, as one should. All right, if you say so, Mr. Karski. Godspeed, Officer Lazarski. И такие есть, ребята. Ну кто бы мог подумать, пипец, они их тут запрятали везде. Так, вот тут, по-моему, можно как раз пройти к алтарю, если я не ошибаюсь. Дверь закрылась сама. А это, по-моему, не совсем тот алтарь, о котором я думал. Это другой, он не за забором. Ну хорошо. Возможно, основной какой-то. Или нет? Ты еще не видишь, еще не узнаешь. Для тебя я никто, ничто, ноль. Очередная крыса в твоем чудесном лабиринте. Столько красоты, столько покоя. Быть так близко к тебе. Я живу лишь ради этого. И все же мне страшно. Страшно, что когда ты увидишь меня, будет уже поздно. Для нас обоих. Поиграть есть? Ту-ту-ту-ту. Так, чертовы пауки, господи. Ой. Эта штуковина следует за мной везде, и она ест пауков. Интересно. Подожди, она в смысле прям ест? Потому что мне меч-то понадобится на последнюю тварь. Это однозначно. Ой. Она королева, которая никому не нравится. Она, походу, двигается очень активно, да? По две клетки, что ли? Тебя я могу обойти. Вас я могу обойти. Сюда я могу выйти. Вы меня не съедите. И вот как раз меч мне надо было бы потратить на последнего, но я, к сожалению, не могу. Но это было не то чтобы сложно. Так, еще раз. Она жрет. А, ну, в принципе, вот оно как бы и пройдено. Ой.
Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Сюда я могу выйти. Тут я могу пройти, а что там с ними будет дальше, мне мало интересно. Легонько. Так, огнем и мечом это потрясающе. И мы нашли... Ой. Все-таки это... Алтарь, да? Остальные два. Слушай, ну один тут прям совсем рядом. Эй, выпусти меня отсюда. Открой. Спасибо. Ё-моё, Чарли. Ты же Чарли? Как он тебя там называет? Руди? Руди, по-моему, он тебя называет. Господи. Спасибо, Руди. Я много благодарен. Надеюсь, это не ты, мой поклонник. То это было бы странно. Так, это какая? 109-я. Открыть не могу, домофон, но нет. Здесь не пройдем. И, по-моему, как раз вот тут. Дэн Лазарский, КПД. Is anyone in there? Так, сюда сейчас войдем, тоже посмотрим, подожди. Я хочу сначала алтарь. Блин, шаги как будто не мои. Да я хожу и топаю. Так, что это тут сейчас с проводами? Наконец-то. Я шел мимо, разодетый как король. Пытался привлечь твое внимание, и наконец-то меня увидели. Да, ты не показываешь интерес, а прячешься в свою скорлупу из стали и бетона, но я знаю, я видел, и теперь я иду к тебе. Уровень есть? Почему так много? И правда, почему так много? Все сюда. Зря. Хотя. Нет, мне нужен был меч. Надо сначала набрать всех, а там уже идти. Лишнее движение сделал. Все правильно, меч у меня... Господи. Все же примитивно. Мне интересно, что там они за новые уровни такие добавили, раз их теперь 17, блин, а было 10. Как они теперь вообще работают? Вот это вот я все набрал. Вот это вот я убил. Теперь давай по-быстрому все соберем. А, подожди, ну все правильно. Мне надо, получается, сначала взять этот меч. А как я это сделаю? Потому что там сверху-то я не проживу нифига. Тут я могу все собрать, это не проблема. А вот здесь... Каким образом? Подожди.
Я что-то как-то не понимаю пока. Я каким-то образом должен добраться сюда с мечом. При этом вот тут первый меч я в любом случае трачу. А, не, подожди, я могу... Нет, я не могу. Даже если я сейчас никого здесь не буду набирать, то все равно один мне помешает. В чем тогда смысл? Почему так много? Ну, типа, как будто бы не обязательно... Ну, в смысле не обязательно туда доходить? Подожди, здесь их три. Какой-то подвох есть. Здесь просто прям явно какой-то подвох. Может быть, надо... Может быть, вот эти вот правые монеты ему не нужны. Хотя, как я, блин, избавлюсь от пауков этих? В принципе, по кругу. Ладно, сейчас разберемся. По этих я всех, допустим... Я не знаю просто, сколько надо, если честно. У меня в доступе есть 10. Может быть, ему надо 10? И та правая сторона тогда не нужна, потому что я это могу вот так вот делать бесконечно. И там я умру. Прикольно. Слушай, я не понимаю пока. Смотри, я здесь убиваю двух сразу. Тут можно сразу пойти набирать. Прямо все, вот орда. Орда готова. Можно даже... Нет, нельзя. Этих с собой взять. Вот это я все набираю, этого убиваю. Убиваю всех этих. Теперь собираю все монеты здесь. Пипец, прикольный уровень. Вот тут не самый очевидный момент. Хотя... Хотя да. Потому что круг, тогда я потрачу меч, и придется сейчас проходить заново весь этот бред. Угу, зря я это придумал. Вот я и приехал. Угу, мне нужен, типа, вот этот ход продумать. Подожди, я могу сделать вот так. Теперь у меня он тоже есть, все, мы прошли. Главное не ошибаться. Нахрена я это сделал? Главное, блин, не ошибаться. Если убить, мне надо вот этого. Или это не принципиально? Вот я могу. Я идиот. Правда, я идиот. Я просто идиот. Просто зачем-то придумал какую-то более сложную систему, когда все гораздо проще. Так, все, подожди, прохожу. Thank you.
Просто, блин, собери. И просто уйди отсюда. Это же было так сложно. Идиотина просто. Так, ну мы прошли 7 из 17. Что самое интересное, если бы это была полноценная игра, то мы бы прошли уже вот... Там 3 бы осталось. Их, правда, стало больше. Так, тут ничего. Мисс Нейдер, I'm with the KPD. Mind if I ask you a few questions? Mrs. Excuse me? Mrs. Nader. All right. Mrs. Nader. What do you want? Ma'am, is everything all right in there? Are you in some kind of danger? You tell me, officer. I heard the alarms go off. Are the cleaners on their way? Are any of us safe? The lockdown seems to be a malfunction. I don't think we're looking at an outbreak here. Well, I'm sure the other tenants will be glad to hear that. But not you? No, officer. Not me. Have you made any calls in the last hour? No, I have not. Could you check your compass for connections? Somebody may have used it as a proxy. I don't have a compass. No compass. I thought pretty much everyone had one at this point. Well, you thought wrong. I don't have any implants of any kind. If you don't mind my asking, do you live alone? Yes, I do mind, and yes, I live alone. No spouse or daughter? Didn't you hear me? I said it was just me. Then why did you insist on being called Mrs.? I'm a widow. My wife died many years ago, in the plague. Sorry to hear that. Is that why you don't have any implants? Yes. Want to see the scar tissue on my face and neck? It's quite an embroidery. The little monsters really outdid themselves. Or do I have to show you what's left of my arm? Would that satisfy your curiosity? Mrs. Nader, I'm just doing my job. Oh, yes, I've heard that one before. When the cleaners took my Laura away, one of them turned to me and said precisely that. I never saw her again. Not even the body. It's like she never existed. I'm not like that. No? Oh, so you don't work for the corporation? The very same people who took everything I ever had? Just because they pay me doesn't mean they owe me. Well, isn't that a pretty thought? You best get on with your duties, officer. I'm sure you have your hands full. So long, Mrs. Nader. Helena Novak, it is. Да, еще у нас 108. Hello? Anyone in there? Yes. I'm with the KPD. Need to ask you some questions. Oh, and who's your friend? Friend? It's just me, ma'am. Oh, I have to go now. Alrighty. Вот и поговорили. Так, 108. Сигнал о помощи пришел. Надо быть аккуратнее. Это Руди там скрипит или кто? Введите пароль. Такого не знаю. Или знаю. Там, по-моему, ничего не приходило адекватно. Смотреть квартиру. Ну да. Непонятно. Круто. А, меня типа скримеры пытаются пугать, если у меня плохой уровень синхронизации. Попробуем. Синхрозинчика бахнем, а то меня там расшатало.
Ага. Это из этих, да, ребят? Тут происходило то самое. Мы не будем это трогать, окей? Так, подожди, где-то здесь должна быть, возможно, подсказка. Голографический диск. Акт о голографической благопристойности от 2067-го. Рада Джизабель. Что тут за пароль? 4 буквы? Нет. Она всегда рядом. Ну, понятно. Она всегда рядом. Это... Джейда Джизабель в главной роли. Только 2067. Это было бы глупо, но типа... Она всегда рядом. Какие-нибудь цифры здесь, может быть, есть? В новой роли Джейда Джизабель, Джейда... Джейда! А тут есть буквы. Джейда. Так, Джейда Джизабель. Королева Блуда, новости для вас, дорогие члены. Привет, мачо, с вами Джейда, ваша шлюха с золотыми вам по карману сердцем новостями на этот месяц. Божечки, я просто вся в этих густых и сладеньких новостях, и мне не терпится дать их попробовать и вам. Прежде всего поделюсь новыми релизами, которые скоро появятся в официальном магазине бесплатно для делюкс-членов. Формат UHD 5D с полным сенсорным погружением и максимальной стимуляцией. В октябре будет жарко. Тесно, влажно и жарко. Вы готовы? Клинки наголо. Киберкиска. Всегда готова. Потрясающе. Хорошие новости. Прикинь, нашел покупателя. Похоже, чувак нормальный, ну не то чтобы прям вообще норм, но выглядит ничего так. Говорит, возьмет пару. Понятно, что многовато, но он платит, так и с хрена ли выделываться. Штука в том, что ему нужны подготовленные с ног до головы. Дал ему твое мыло, разберись там с деталями. Да, пока тебя не было, нашел еще одну цыпку. Пришлось повозиться, чтобы утащить, пока никто не видел, но у меня получилось. Прикинь, она пока целочка, ну, почти. Посадил в подвал к остальным, так что не удивляйся, как увидишь. Кстати, замок опять подвис, пришлось сбросить код. Новый 2689, напиши поскорее. Что? День добрый, получил ваш адрес от общего знакомого. Мне сказали, что мы можем обсудить условия сделки. Вам уже наверняка сказали, что я хочу купить пару. Мне требуются, так сказать, дрессированные экземпляры. Смирные и послушные. Хозяин говорит, они выполняют. Что касается внешних данных, я вышлю полный список на этой неделе. Как я понимаю, физические модификации будут уже после общей подготовки, так что время есть. Надеюсь, мы сработаемся. Зашибись. Сеанс 4 отсутствие. Пациент... Мы обратили внимание, что вы пропустили последний сеанс. Вынуждены проинформировать вас, что о дальнейших пропусках будет сообщено службам, ведущим ваше дело. Также напоминаем, что удаление личных данных из пенитенциарного реестра возможно только при условии полного прохождения 9-шаговой программы оздоровления личности, подчинения правилам в ваших интересах. С уважением, Национальный совет переподготовки. Это сообщение отправлено автоматически, пожалуйста, не отвечайте на него. С чем мы нахрен имеем дело сейчас? Так, тут проблем нет. Тут тоже, кстати, не должно быть. Что там происходит на нижнем, блин, уровне вот этом? Так, тебя, наверное, убить можно одним мечом. Так, как работает этот уровень?
Она типа, если что, догоняет, да? Очень быстро. Потрясающе. Эту, кстати, не обязательно убивать. Так, ну от нее не угнаться нифига, да? То есть мне надо планировать здесь свои действия. Я, наверное, убью вот эту нижнюю. У меня остается еще один меч. Вот это вот я зря. Вот он, я мертв. Ну, не я мертв, точнее, я убиваю с помощью меча, но смысл? Если здесь вот это происходит. Мне, получается, нужен меч. Угу. Понимаю, как, но сейчас надо вот эту вот систему в последнем углу понять, как повернуть. Подожди, все нормально. Наоборот, все даже получилось. Она их убила, и мы проходим. Неплохо. Так, а я так понимаю, мы тут узнали про что-то происходящее. У меня есть запись об этом в журнале? Ну, типа пароль. Я просто не запомню его в жизни. Эти подвальные помещения. У меня есть... код, и этого кода пригодится журнал жильцов. Вообще не говорится о каких-то цыпках, которых держат в подвале. Надо проверить, нет ли у владельца квартиры складского помещения. Угу. Там просто, короче, тут есть код, и я его не запомню. 2689. Записать я никуда не могу. Ну ладно, окей, будем иметь в виду. Так, мы почти дошли до сюжетного задания, но знаете, что я думаю? Давайте, наверное, пока заканчивать. Тут, видите, много дополнительного контента появилось, который достаточно интересен. Я пока что его особо не прочувствовал, но, тем не менее, проходить вот все вот такие мини-истории будем обязательно по пути. Сколько их, я не знаю. Может быть, много, может быть, нет. Но мы пока что все еще не прошли ту часть сюжета, которая была выделена на демо-версию, поэтому очень даже интересно пока что получается. Вот, а на этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока!